утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. И сложную же нам тетушка Матильда работу задала. Да ничего сложного, наоборот, интересную. Ну, тебе, может, и интересно, а вот мне клеить конвертики особого удовольствия не доставляет. Я бы лучше погулял. Коксик, ну не так уж часто тетушка Матильда просит нас ей помочь. А я и не жалуюсь. Я для тетушки Матильды готов на все, что угодно. Я только не пойму, зачем ей столько конвертов? Ну, скажешь тоже, столько. Ну, всего 3. Они нужны для какого-то научного эксперимента. Эксперимента, Шунечка. Что, она так и сказала? Да, так и сказала. Вот видишь, Коксик, мы не просто конвертики клеим, мы помогаем науке. Так, вот, вот. Ну, раз науки... Коксик, не ворчи, у меня вон тоже не получается. Ну, я же не ворчу, я делаю. О, у меня уже все готово, пожалуйста. Ой, зубочек, как у тебя здорово вышло. Да ты просто мастер. Я старался. А ты сильно устал, зубок? Нет, ну, не то чтобы... Очень сильно, но... А может быть, ты сделаешь еще один конвертик за меня? Как-то за тебя? У тебя же вон как здорово выходит, а у меня, может, и не получится. Я уверена, ты сделаешь лучше. Да, уверена? Совершенно уверена. Вот, держи, пожалуйста, бумагу и делай на здоровье конвертик. Интересная мысль. Я вот что подумал. Может быть, и мне не стоит браться за конверт. Как это? А вот так. Кто у нас самый лучший склейщик конвертов? Конечно, Зубок. Зубок. Так, вот, держи. Я доверяю тебе склеить конверт за меня. Верно. А мы тебе, Зубок, полностью доверяем в этом деле. Клей на здоровье. А вы, как же вы? А мы тебя на улице подождем, правда, Шунь? Ага, чтобы не мешать. И не поможете мне? А что тут помогать? Всего 2 конверта, ты ж быстро справишься. Потом тетушке Матильде их занесешь, а это к нам. Мы тебя будем ждать на качелях. Ага. Пошли скорей. Ага. О, я слышу, тут что-то говорят про тетушку Матильду. Так вот она я, перед вами, друзья мои. Здравствуйте. Здравствуйте, тетушка Матильда. Вы уже гулять собрались? Значит, надо полагать, что конвертики уже готовы. Не совсем. Один готов, а остальные скоро будут. Да, у нас такой мастер по конвертикам отыскался, что конверты будут первый сорт. Мастер? Кто это? Это Зубок. Да какой я мастер? Мне одному так быстро не справиться. Как это одному? Почему одному? Что-то я не поняла. Ну, что тут понимать-то, тетушка Матильда? Зубок у нас лучше всех конверты делает. И мы доверили ему сделать конверты и для нас. Ой, ну и молодцы, ну и друзья, свалили свои обязанности на друга и довольны. Пусть он тут работает, а мы гулять пошли. Так мы же хотели так как лучше вот для этой, ну как ее, для науки. Для науки? Ну что ж, пожалуй, вы правы. Для науки будет лучше, если вы погуляете, а мы с мастером Зубком доделаем это ответственное задание. Да. Так, что тут у тебя, Зубок? Вот, 2 заготовки. Угу. Коксик,
По-моему, мы плохо поступили. Зря мы все на Зубка свалили. Что-то я не подумала. Ну, мне вообще тоже так кажется. Просто мне очень гулять хотелось, а вон конвертики делать не хотелось. Вот я и подумала, раз Зубку это так интересно-то. Кому же интересно делать одному работу за всех? Хорошо делать ее вместе. А может, мы вам поможем, а? Ой-ой, и гулять не пойдете. Да потом, когда все сделаем. Все вместе пойдем. А то что мы будем без Зубка гулять? Интересно гулять вместе. Ну что, Зубок, доверим Коксику и Шуне эту работу? Ну, конечно. Вместе-то наукой заниматься веселее. Ну, хорошо, тогда берите бумагу. Мне много конвертов нужно. Да, друзья мои. И не забудьте попрощаться с ребятами. Да. До свидания, мальчики и девочки. До встречи. До свидания, ребята. Всего вам хорошего, дорогие мои. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день приходит к нам.